Здарова, народ! В этом видео поговорим с вами про новости августа. Их будет очень много. Пробежимся по всем. Ну и когда эти события будут происходить, возможно, про некоторые будем еще подробнее в отдельных видео говорить. Не забывайте под этим видео писать комментарии и в конце никнеймы. Выберу под этим видео 3 победителя по 500 золота. И в следующем видео покажу 3 победителей. Итак, начинаем. Во-первых, на сайте появилась страничка, где собираются все акции, все бонусы, и они находятся в одном месте, где можно зайти и везде, где интересно, поклацать, поучаствовать. Ссылку добавлю в описании, кому надо, зайдите, везде пожмакайте. Там и какие-то конкурсы на мерч мир танков, и какие-то розыгрыши компьютеров, и табель-календарь там, и промокоды, которые сейчас доступны в игре. В общем, там куча всего. С 7 по 14 августа очередной трейд-ин. Там снова будет 3 варианта обмена танков. Один к одному, также за 70% от их стоимости, и обычный обмен. Что-то мне кажется, в этом году этих трейдинов прям навалом. 8 августа в постоянную продажу поступят 2D стили прошлых дней рождения игры. Приобрести их можно будет за золото и за деньги. С 11 по 21 августа 4-я дополнительная глава, песнь о Зубре, главной наградой которого является 56 ТП, прем-танк, польский 8 уровня, тяжелый. Уже, я думаю, ни для кого не секрет, что танк не самый-самый-самый привлекательный, но и плохим его, наверное, тоже не назовешь. Обычный сбалансированный танк. С 11 по 12 августа финал киберспортивного турнира «Легендарный охотник» в формате классического стального охотника в Москве. Странно, что отборочные были в стальном охотнике с возрождением, а финал будет, я так понимаю, они там будут делиться на пары и играть в обычный стальной охотник. Прям киберспортивно. Также еще в первой половине августа должен стартовать первый общий тест обновления патча 1.22, который должен быть крупным, большим, объемным, и в нем должно быть все то, что откладывали из прошлых патчей. Я так понимаю, там и новая ветка британских колесных СТ, вторая часть изменений на картах, там правки балансные на различных картах, 12 сезон боевого пропуска, система престижа, которую в этом году где-то там показывали, вот она только сейчас где-то там на горизонте появляется. Новый учебный полигон, танковая академия, доработки, очередные доработки экипажа, а именно интерфейсные, ребаланс прокачиваемых танков, вторая часть. Насколько я помню из видео, там показывали еще всякие батчаты, ИСы 3, ИСы 7, возможно. Их по-прежнему так еще и не апнули никак. А вот некоторые остальные танки, которые показывали в видосе давно, их уже вроде как апнули, но остальные вот ждут своей очереди. Также еще там в конце сентября нас ждет очередной режим Waffentrayera, лутбоксы, танк, все как обычно. Также еще камера уничтожения, которую показывали, вот она только сейчас появляется у нас. Она была перенесена с патча 1.21.1. Осенний сборочный цех. Это тот же самый марафон плюс танк. Это все нас ждет в сентябре. Реферальная программа 3.0. Ее уже 2 раза переносили. Выйдет она в этот раз или опять перенесут, непонятно. Также ранговые бои на 9 уровне. Ну и может быть по мелочи еще всякое другое. Что будет только на ЕУ, что будет только на Лесте, со временем разберемся. Там все в куче навалено. Разобраться не так уж легко. Это что касаемо патча 1.22, который на общем тесте в начале августа у нас стартует. А выходит у нас он где-то там в начале сентября. 12 августа у нас день рождения мира танков. С 18 по 21 августа 3-е конструкторское бюро на Компанзер 07 ПЕ. Танк подорожал, танков стало меньше. И честно говоря, я смотрю на это все и что-то как-то вроде танк и неплохой. Может, он, конечно, и не самый имбовый, но вроде как и плохим не назовешь. Из противного только то, что у него боеукладка ломается постоянно. Но, честно говоря, что-то уже уж больно сильно гайки закручивают в этом конструкторском бюро. И это уже в основном для тех, у кого столько ресурсов, что их просто девать некуда. Большинству, я думаю, что это вообще не особо надо. Тратить столько ресурсов на какой-то один танчик, чтобы что. Я думаю, что событий и мероприятий, и всяких акций столько много происходит в танках, что пропуская всего лишь один танчик, но я думаю, невелика потеря. Но если у вас действительно много ресурсов и вообще нечего с ними делать, то, наверное, можно и поучаствовать. Тут уже решайте сами. Я на нем постримлю, как только можно будет. На пресс-аккаунте, наверное, запущу стримец, покажу вам, что за танчик. В принципе, такие вот новости. Пишите в комментариях, как вам. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.